Более 23 тысяч новых квартир построили в стране за 8 месяцев. В эксплуатацию ввели свыше 2 миллионов квадратных метров жилья, треть из которых предназначены для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Более 4 тысяч квартир получили многодетные семьи. В планах нарастить строительство арендного жилья для военнослужащих и приравненных к ним лиц. Нацбанк планирует внедрять искусственный интеллект в банковскую сферу. Новшество считают перспективным во взаимодействии с клиентами. В числе основных направлений – финансовые чат-боты, голосовые помощники, роботизация контакт-центров. Активное внедрение передовых информационных технологий позволит работать с большими объемами данных и обрабатывать их с высокой точностью, обеспечивать высокую степень защиты. В Могилевской области с 22 по 25 сентября пройдет командно-штабное учение силами территориальной обороны. Участниками станут должностные лица исполнительных комитетов и военных комиссариатов. Будут отработаны вопросы охраны и обороны важных объектов, обеспечения мер военного положения с привлечением отрядов народного ополчения. В Бобруйске проходит единый день безопасности. Спасатели приглашают принять участие в крупных акциях. Главная задача интенсива – предупреждение чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, обучение правилам поведения в условиях различных ЧС. Традиционно к работникам МЧС присоединятся Красный Крест, Бобруйсгаз, ГАИ и Департамент охраны. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 71 районе Беларуси. Прежде чем пойти в чащу, следует ознакомиться с интерактивной картой ведомства. Красные зоны – вход запрещен, для нарушителей предусмотрен штраф. При желтом цвете прогуливаться, собирать грибы, ягоды можно, а вот жечь костры и заезжать на территорию на машине – нет.